Всем привет! Смотрим по Фейсбуку. Всех волнует СВО между Россией и Украиной. Смотрела по Фейсбуку, там ролик выпустили на линии Азарова, Николая Азарова, за что украинцы умирают. Значит, первое я хочу сказать, что это СВО, а не война. Война – это когда кто-то объявляет войну другому государству, на медиа, говорят, I declare a war. Тогда, когда одна страна, например, Украина объявляет другой стране России I declare a war, тогда делается полная мобилизация населения, идут все воевать. Так как никто друг другу войну не объявлял, значит, это СВО, чтобы вы не путали. Специальная военная операция. I'm gonna record 5 minutes, okay? So just be quiet. Второе я хотела сказать, что украинская власть платила украинцам после развала Советского Союза с 1991 года по 2018 год только 1200 гривен пенсии. Мы за это украинскую власть не любим. Ну и зарплаты такие же были. Сейчас они подняли, стали больше платить. 3000 гривен там зарплаты, да. Потому 15 миллионов украинцев уже лежит на кладбище. Уморили голодом украинские власти. Браво вам. Уморили голодом украинские власти. Главное, меня добивало, что они знали, что не платят украинцам 1200 гривен пенсии, зарплаты. И вот это Порошенко, Тимошенко, вот эти тягнебоки, вот эти, кто там, Гройсманы, которое лицо в телевизор не влазит. Они знают, что не украинцам платили эти все года так мало денег, что украинцы голодали. Кто от голода умер, кто эмигрировал, уже 15 миллионов лежит на кладбище украинцев. Кто-то эмигрировал, как я в 2005 году удрал оттуда. Говорю, если я останусь там жить, я там от голода умру. Главное, они знали, что не так мало платят денег, но они ходили по Верховной Раде и смеялись. Вот эти Тимошенко, Порошенко, Тягнебоки, Гройсманы, Турчиновы. Их надо вообще судить трибуналом украинского народа. 10 миллионов удрало за границу. Хочу сказать, Тимошенко, Порошенко, мы вас не любим. И Зеленский, ты тоже не старайся баллотироваться, быть президентом Украины новым, потому что Дмитрий Гордон сказал, что только один человек может баллотироваться. Это как бы смешно. Я прошу украинцев, если вы сохраните свою государственность и будут перевыборы в 2024 году, голосовать за Юрия Смешка. Но я думаю, вот говорят, Будапештский меморандум, Кучма дал ядерное оружие. Да. Если бы не отдал Кучма ядерное оружие, конфликта бы этого никогда не было, войны бы я думаю, никогда бы не было. А с другой стороны, это номер один. Второе. Зеленский кричал, что он хочет строить атомную бомбу на Украине. Это было одной из причин украинцы, почему Владимир Путин пришел на Украину. Лавров уже сказал, у нас нет проблем с территориальной целостностью Украины. Украины. Пусть Украина соблюдает свои права, не ущемляет нас меньшинство, везет русский язык в Верховной Раде, который государственный. Они отдадут вам Донбасс и Крым. И будете нейтральной страной без НАТО. И война закончится сегодня. Значит, я еще много могу выступать и самый лучший президент был Кучма и Литвин, а это спустя 32 года. Я думаю, какую они государственность строят Украина? Ну, строили государственность. Строили, достроились до того, что 10 миллионов украинцев живет в миграции, 15 миллионов уже лежит на кладбище, осталось жить там, ну, каких-то 28, может, миллионов человек. Из них 14 миллионов стариков, 5 миллионов женщин, 3 миллиона мужчины, 5 миллионов, наверное, детей. Когда-то, ну вот эта жажда власти, наживы. Я вообще считаю, Порошенко, вот это Тимошенко, Тягнебоки, вот эти Гройсманы, Турчиновы. Вам вообще надо вас судить за то, что вы голод устроили на Украине.
1991 года по 2018 год, и люди вымерли от голода, они голодали, голодали, денег мало, 1200 гривен получают пенсии, купить себе еду. Выморили голодом 15 миллионов украинцев, выморили голодом. А сейчас занималась голодомором, а сейчас самая распространенная болезнь в Украине это, значит, СПИД, номер один туберкулез, ну и инфаркт и инсульт, кровоизлияние мозга. Это вам самая распространенная болезнь в Украине, что убивает украинцев. Я понимаю Россию, ей тоже надо развиваться, ей тоже нужен выход к портам, к морям, чтобы страна развивалась. Я тоже понимаю, никто не хочет, чтобы российский народ беднел. В стране надо развиваться и надо продвигаться, надо выход иметь к портам, к морям. Ну, хотела сказать украинскому народу, что где у вас есть нефть? Это в Крыму, на Донбассе. Гордон говорил, Дмитрий, что там есть нефть в Черниговской области со времен Хрущева. Там есть такие залежи в Черниговской области, которые не разрабатывались 70 лет. Потому Дмитрий Гордон сказал, Путин напал из-за этих залежей в Черниговской области, которые находятся много в... Там газ и нефть, что если бурлит скважины в Черниговской области где-то, то, которые бурления и скважины не разрабатывались в Украине последние 70 лет со времени Никиты Хрущева, то можно найти там большие залежи нефти и газа в Черниговской области. Дмитрий Гордон выступал по Фейсбуку, такое сказал. И если Украина будет добывать нефть и газ в Черниговской области и продавать ее по всему миру, но я думаю, еще нефть и газ находится в Карпатах. 4 региона. Вот если там искать еще нефть и газ в Карпатах, в Черниговской области, скважины пробурлить, найти нефть и газ в Карпатах, в Украине. Потому что так по карте показывается, где нефть и газ. Карпаты. Там пробурлить где-то скважины в Карпатах. Там найти нефть и газ. В Черниговской области пробурлить скважины. Там найти нефть и газ. Надо инвесторов для этого привлекать, чтобы они инвестировали в экономику Украины, искали нефть и газ. И в Крыму и в Донбассе. Если в Крыму и Донбасс там мало осталось уже в Донбассе залежи, в Крыму больше. Если это все продавать и восстановить территориальную целостность Украины, то и вкладывать бюджет Украины, то украинцы могут жить очень зажиточно. Ну, мне, говорю, меня еще вот это бесило, что они знали вот эти Тимошенко, Порошенко, Гройсманы, Турчиновы, Тягнебоки. Это враги украинского народа. Их надо судить трибуналом украинского народа, потому что они довели украинцев до уровня бомжа. Что люди 10 миллионов выехали в эмиграцию. Когда на них нам платили 1200 гривен, они знали, что они нам платят 1200 гривен пенсии, зарплаты. На протяжении 20 лет. И они ходили, смеялись, издевались над украинским народом, довели их до голода. Еще хотела сказать, что вот эта жажда Порошенко, Тимошенко так править власти, вот этих Турчинова, Гройсмана, вот этих всяких политических трубопроституток так править, что они не дают федерализацию региона. У нас был Черновил, которого убили в Украине. Значит, он говорил всегда, чтобы не залаживать бомбу под украинскую государственность, надо всегда дать Верховная Рада, чтобы приняла закон, чтобы немножко дать прав федерализации регионов последние 32 года. И я его поддерживаю. Его за это убили. То есть бомба под распад украинской государственности заложена какая, я думаю, значит, что... Сейчас надо, чтобы Верховная Рада, чтобы Зеленского, Верховная Рада Зеленского приняла закон в Верховной Раде, я так считаю, чтобы внесла такой закон, чтобы дать федерализации больше регионам, Донбассу, Запорожье, Крыму, чтобы дать федерализацию больше регионам, чтобы они больше развивались, и чтобы там люди жили побогаче. Вот это я поддерживаю. А федерализация регионов. Дальше я хотела сказать, что
Зеленский, ты проводишь нелегальную мобилизацию, ты пойдешь под этот трибунал украинского народа, я так думаю. Кто может пойти по трибуналу украинского народа? Ты, Данилов, Турчинов, Гройсман, Тягнебокі, Порошенко, Тимошенко, Гройсманы. Вот вы можете пойти по трибуналу украинского народа. Почему? Потому что ты делаешь нелегальную мобилизацию сейчас. Что воевать с российской армией должна только контрактная армия Украины. Так что люди, у него делает нелегальную мобилизацию, вы имеете право полное отказать, не показывайте им свои документы, паспорта, ничего. Имеете право не подписывать контракт. Я никогда не воевал, я не умею воевать, я не буду воевать. Ты не имеешь права меня в армию забрать. Это военное положение, это нелегальное. Давай, Зеленский, заканчивай свое СВО и делай перевыборы. Последнее, что я хочу сказать. Что? Я слушала сообщение Петра Симоненко по Фейсбуку, где он сказал, что вы должны внести в Верховную Раду, Верховная Рада и Верховную Раду сегодня закон о федерализации. И я его поддерживаю, чтобы дать регионам больше прав. Это номер один. Ты должен немедленно остановить, Зеленский, это СВО сегодня. Отменить военное положение, потому что твоя мобилизация, она нелегальная. Люди, он делает нелегальную мобилизацию, военная мобилизация нелегальная. Потому что воевать только должна контрактная армия Украины с российской армией. А люди, которые не подписывают с тобой контракт и документы, где не имеют право не показывать документы, не подписывать контракт, не идти воевать, потому что они никогда не воевали. Ты, Зеленский, давай останавливай войну свою. И Петро Порошенко, Петро Симоненко, я его поддерживаю, он сказал, внести этот закон о федерализации в Верховную Раду, ты должен его внести сегодня. Если ты не несешь, ты враг украинского народа, ты попадешь под трибунал, вся твоя шайка, вот это. Гройсманы, Тягнебокі, Турчинови, Порошенки, Тимошенки, вас всех будут судить. Трибунал украинского народа и Европейский суд. Это он сказал первое, такой закон ввести. Второе, вы объявили 7 миллионов украинцев, которые живут на Донбассе в Запорожской области, террористами. Вы объявили их террористами и стреляете туда по мирному населению. Я Петра Симоненко поддерживаю в этом случае. Значит, Зеленский, ты должен немедленно остановить это СВО. Не объявляй 7 миллионов украинцев, которые живут на территории Украины, что они там террористы. А тебе надо вести законопроект в Верховную Раду о федерализации регионов, дать чтобы его подтвердили Верховная Рада, дать регионам больше прав. Ты объявил Донбасс, там Запорожье, Херсон, что там живут 7 миллионов террористов, ты стреляешь по мирным людям. Надо остановить СВО немедленно. Чтобы эти люди, если ты СВО сегодня остановишь, они останутся в составе Украины. А если ты будешь по мирным людям там стрелять и дальше продолжать их убивать, то они никогда не захотят остаться в составе Украины с таким президентом. Так что давай, Зеленский, останавливай эту СВО и отменяй военное положение, которое ты вел, оно нелегальное. Люди, не идите воевать за Зеленского. Вы имеете право отказаться полностью воевать за Зеленского. Это военное положение нелегальное, что ты объявил 7 миллионов на Донбассе, что живут людям террористами. Давай останавливай СВО, Зеленский. Я поддерживаю в этом Петра Симоненко. И отменяй военное положение, Зеленский, и делай перевыборы. А дальше еще хочу закончить. Когда в одном окопе по линии фронта воюет дочь Порошенко, дочь Тимошенко, сынки Порошенко, сынки Ахметова, сынки Данилова, в одном окопе там воюют по линии фронта с простым солдатом, тогда это военное положение. А если дочки мажоров и окопов в окопах не воюют, на одном фронте, с простым солдатом-украинцем, контрактной армии, то значит, это бизнес.
Подумайте, за кого вы воюете. Вы воюете за дочек и сынов украинских мажоров, чтобы вы умерли, они остались при власти, эти дочки Порошенко, сынки Порошенко, Ахметова, Тимошенко. Это бизнес. Это не военное положение, это бизнес. Почему это бизнес, я вам объяснила. Подумайте, за кого вы умираете, зачем вы умираете. Я бы за эту украинскую власть никогда не пошла бы воевать. Подумайте своей головой, это бизнес. Так что давай, Зеленский, останавливай СВО и отменяй военное положение и делай перевыборы. А следующим президентом Украины, если вы сохраните свое государство, будет Игорь Смешко. Ты, Порошенко, Тимошенко, не баллотируйтесь в Верховную Раду, Зеленский, быть президентом Украины вообще. Дмитрий Гордон сказал, что только Игорь Смешко должен быть президентом Украины, я его поддерживаю. Будем записываться. Так что смотрите ролик на Фейсбуке, за кого вы воюете. С вами что, дочки мажоров, Тимошенко, Порошенко, сынки Ахметова в одном окопе воюют с украинцем? Нет. Их там нет, они там не воюют. А вы что, воюете за их миллионы, миллиарды? Если сынки мажоров, Порошенко, Тимошенко, сынки, дочки не воюют с вами в одном окопе, это не военное положение, это бизнес. Подумайте, за кого вы умираете, за что вы умираете? С вами дети мажора не воюют, за миллиарды дома Зеленского. Так что давай, Зеленский, отменяй. Слушать Петра Симоненко, как он сказал, хватит объявлять 7 миллионов украинцев, которые живут на территории Украины в Донбассе. Ты хочешь, чтобы они остались в составе Украины. И не надо вот это делать, эту войну, разве ради того, чтобы иметь свое power держать. Людей там за рабов крестьян, вот эти ваши, чтобы абы власть была, вот эти Турчиновы, Тягнибоки, вот эти Гройсманы, Тимошенки, Порошенки, давай, закон делай, как Петро Симоненко сказал, о федерализации регионов. Я поддерживаю Петра Алексеевича Симоненко в этом. И останавливая СВО, останавливая мобилизацию, нелегальную мобилизацию, отменяй военное положение и делай перевыборы, Зеленский. И перевыборы будут. И, возможно, президентом прошу украинцев голосовать, который поднимет Украину с руин. Может быть, Игорь Смешко, как сказал Дмитрий Гордон. Я прошу всех украинцев, если Украина сохранит свою государственность, поддерживать Игоря Смешка. Спасибо за внимание.